7.00, всем доброе утро. На завтрак у меня два кусочка хлеба, намазанных тонким слоем майонеза, два яйца отварных и сверху вишневым соусом я их полил. Немножко петрушки с укропом присыпал, а самый прикол сегодня у меня вот это. Это у меня чай из листьев вишни собственного приготовления. Ферментировал, насмотрелся по YouTube, как это делать. Ну, знаете, можно пить. Это интересный вкус. Вот такой какой-то вишневый, кисленький, немного травянистый. Ну, представьте себе зеленый чай с таким легким оттенком вишни. Интересный чай получился. Такой не сильно коричневый, желтоватый больше, но все-таки. Девять тридцать, мой перекус. У меня сегодня запеканочка с яблоками, а сверху я посыпал немножко корицы и настоящие какао-бобы молотые. Это идеальное сочетание. По сути, это шоколад с корицей и яблоками всегда сочетается. Такая красивая, вкусная запеканочка свежего, приготовленная. И чашечка черного кофе натурального. У меня Бразилия Сантос. Арабика чистая. Приятного всем аппетита. 14.00. На обед у меня салат из шпината, брынза, яичко, помидорки, сметана 15%. Ой, хотя я не знаю, сколько процентная, потому что она домашняя. Не знаю, сколько в домашней процентов. Гречка у меня отварная, небольшая луково-морковная зажарочка и сверху тушенка. Очень вкусная домашняя тушенка. Меня угостили. Сам, конечно, я не делал. Вот такой вот красивый, вкусный обед. Приятного аппетита. 18.00. На ужин у меня грибочки маринованные моей девушкой с морковочкой по-одесски. И вот такая вот вертута с творогом подсоленным, с зеленью. Идет укроп, петрушка и крапива. Плюс лучок зелененький тоже. Ребят, это так вкусно. Рецепт я выложил на втором канале. Делается легко все и просто. Буквально за 20 минут я все это сделал. Вот быстро и качественно. 21.00. Сегодня мой вечерний перекус. Это один бананчик. Вот такой небольшой. Вот, меньше, чем моя рука. Ну, почти как моя рука. Нас на ютубе под хэштегом Жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы с